Бу, чуваки, здорово, всем привет, как дела? Как дела, чуваки, как дела? Ку-ку, мой мальчик, ку-ку, Сталин, здорово, привет, я и моя коленка вас приветствуют. Зикутик, здоров, привет, я думаю, что сегодня славит-то сегодня, да пройдем, я думаю, а, как вы думаете? Я думаю, что так, главное сейчас... Просто по фастику, туда-сюда, за туда, вы знаете, да? Так, сохранение. А? Вот это, судя по всему, да? Блин, зачем я столько сохранений понаделала? Кто мне скажет? Загрузить игру. Так, лукаво сказала она. Приказ вожатый есть приказ, и если ты спросишь лично меня, то я ничего плохого в твоем поведении не нахожу. Ну вот, Ольга Дмитриевна, напоминаю, пацаны, кто забыл, напоминаю. Вчера, значит, закончили на том, что у нас Славе немножко скопытилось. Ну как, она не совсем скопытилась, но ей стало плохо, она заболела. Не знаю, корона ли у нее или нет. Вот, значит, ее положили в медпункт, так называемый. И я как бы, как истинный джентльмен, ну, точнее, она сама легла в этот медпункт, я как истинный джентльмен не оставила девушку, так сказать, в беде, решил полежать с ней в одной кровати, вот, в одной койке. И тут нас застукала Ольга Дмитриевна. Она, конечно, там подняла кипиш, начала... драть нам задницу за это все, сказала, какие мы извращенцы и так далее. В общем, запретила, значит, вот этой вот самой Виоле, запретила она этой Виоле, короче, пускать меня навещать Славю. И сейчас я пошел как бы втайком проверить вообще Славю, жива она вообще или нет, может, уже на органы продали ее, не знаю, осуждаю. Вот, и я сейчас пошла, значит, проверить ее, а тут я сталкиваюсь с Миолой, и она рассказывает, что вот так и так не может меня пропустить, потому что, как бы, приказ Ольги Дмитриевны. Это я вам напоминаю, что было, чуваки. Может, все-таки договоримся? Нет. Я злобно посмотрел на нее, развернулся демонстративно, медленно зашагал прочь от медпункта. Что делать дальше? Я, конечно же, не знал. Просто шел вперед, изредка калашматя кулаками встречные деревья. Да, деревья-то тут при чем? За что вообще калашмать, блин, Ольгу Дмитриевну? Она во всем виновата. Очнулся я от этого приступа ярости только тогда, когда руки уже нестерпимо болели, а губы все были искусаны в кровь. Ой, сегодня тоже, блин, губу в кровь искусала женщина вообще. Чья это концовка? Славе, мы же вчера проходили и не допрошли. Сегодня, я думаю, закончим. Славе, я же рассказываю. Она у нас заболела, прихворала короной, наверное, и... нас не пускают, так сказать, ее навестить. Есть нечего, и губы есть. Ничего не поняла. Типа нечего, ну, короче, нечего губы жрать, я понял. Понял, принял, Зикут, хорошо. Как настроение? Отличное, супер, настроение хорошее. Только единственное, блин, спать охота, каждый божий день хочется спать, просыпаешься, потому что в 7 утра, и это... просто. Так, очнулся я от этого приступа ярости. Да, это я прочитала. И самое интересное ведь, что вся эта фантастика с попаданием в непонятный пионерлагерь закончилась самой банальной жизненной ситуацией. Турнир по доте, да? Да, пока вы спите, пока, как говорится, ты спишь, враг качается, пацаны. Пока вы спите, я турики по доте прохожу, да. Это понятно, да пец. Так, самое интересное ведь, что все... Да, такой же глупый, как и все мое существование. И я опять что-то не так сделал, где-то не подумал, а меня неправильно поняли. Удачного стрима, спасибо тебе тоже, удачного стрима, тебе тоже, Никита. Спасибо. Что же, пусть все теперь идет своим чередом.
Возле столовой никого не было. И я вздохнул с облегчением и сел в дальний угол, чтобы, не дай бог, меня кто-нибудь увидел. Кое-как запихнул в себя завтрак, я уже собирался уходить, как в к моему столику подлетела Мику. «Доброе утро, Семён, а я сегодня проспала что-то. Можно я с тобой посижу?» «Господи, Мика, подожди, еще не твоя концовка следующая, твоя, жди, жди, и мы это...» И, не дожидаясь ответа, села рядом. «Я ухожу уже, вообще-то». «А правда, что у вас со Славей это, ну того?» «Ну ты понял, да неправда, даже, блин, не погладил, блин, за здесь». Вот сейчас стримит, да, он сейчас стримит, пацаны. Она пристально уставилась на меня, хлопая глазами. «Кто тебе вообще такое сказал?» Конечно, стоило ожидать, что слухи расползутся быстро. Но не настолько же. Я начал медленно звереть. «Я от Жени услышала, а она вроде бы от Сыроежкина, а ему сказала Ольга Дмитриевна. Ты не подумай, я не хочу лезть не в свое дело просто. Нет, если не хочешь, не отвечай. Но если это секрет...» «Не хочу отвечать, ты права». Я встал и быстро направился к выходу. День сегодня был жарким. Это распаляло мою злость, ведь жару я, конечно же, не люблю. Впрочем, сейчас что угодно могло вывести меня из себя. Однако надо было решить, как вести себя дальше. Меньше всего мне хотелось с кем-то сталкиваться, поэтому я направился в лес, чтобы спокойно подумать. Остановившись на полянке, я присел на пенек, взял палочку и начал ковырять ей землю. Если от меня ничего больше не зависит, то и остается только ждать. Но... а что я, собственно, вообще могу? С боем прорываться в медпункт? Боем. Даже если и так, то что дальше? Попытаться вразумить Ольгу Дмитриевну? Вряд ли, конечно, получится. Забавно, но вся фантастика вылилась в обычную бытовую ситуацию. Если бы это происходило в моем мире... то и проблем бы никаких не было. В самом деле, что такого? Ну, спал я с девушкой. Да кого это вообще волнует? И даже если бы мне было 17 лет, то ничего страшного бы не произошло. Было бы немного сложнее. Все же. А тут что? Я не хозяин сам себе. Впрочем, был ли я им вообще когда-либо? Все ли от меня зависело в моей собственной жизни? Вряд ли я достиг хоть одной вершины, к которой стремился. You are horny. Give me your computer. Так, кто такой хорни? Я какой-то хорни. Так, ты хорни. Дай мне твой компьютер. Зачем тебе мой компьютер? Зачем тебе такая рухлядь? Зачем тебе этот тапочек? Зачем тебе этот кирпич? English is very good. Да. Ну я его поняла, лол. Корни это кексуальный. Ты что такое говоришь? Спасибо. Ты молодец, конечно. Не совсем. Наоборот, наверное, да? А кексуальный... Я пошлый? Чуть я пошлый. Это я достиг хоть одной вершины, к которой стремился. А теперь здесь, достигнув ее, никак не могу удержаться. Может быть, с самого начала я был всего лишь зрителем? Мое попадение в этот лагерь, местные обитатели, все события, которые здесь со мной произошли. Все это не более чем причудливая игра, в которой я только лишь пешка. Мне это озабочено. А че это я и не тот, и не... Я не тот, и не этот, а че это? Откуда такие выводы, а? Ну, нравится мне, так сказать, девочки иногда. Смотреть на них! Ничего больше! Извращуга, что ты подумал? Но если так, то свою роль стоит сыграть как можно лучше. Я стал решительно направился назад в лагерь.
План еще не до конца созрел в голове, однако для себя я уже все решил. В домике вожатой никого не было. Я начал рыться по шкафам и собрал в мешок спальник, свою зимнюю одежду, фонарик и кое-какие теплые вещи, которые смог вообще найти. Дров, дров, котенок. Ладно, удачи еще больше мужиков. Спасибо, да зачем мне эти мужики, а? Не парней подавай. Ладно, ладно, удачи тебе тоже. А, рука чешется. Причем не ладошка, пацаны, не ладошка. Выйдя на улицу, я нос к носу столкнулся с Алисой. В поход собрался, что ли? Да, в поход, уверенно ответил я. Что же, удачи. Она хитро улыбнулась и пошла дальше. Быстрым шагом я направился в сторону медпункта. В конце концов, медсестра тоже человек, и на обед она наверняка пойдет. Я засел в кустах и принялся ждать. Время летело быстро. В голове все прояснилось. Решение мое было твердым. Я не обдумывал свой план дальше ближайшего хода. Мне было все равно. Главное, что я действительно именно так, что, главное, что я действую именно так, как сам считаю нужным. А там дальше, да будь что будет. Наконец показалась медсестра. Она осмотрелась, но, видимо, не обнаружив угрозы, закрыла медпункт на ключ и быстро пошла в сторону столовой. Как только она скрылась за поворотом, я в несколько прыжков подскочил к окну и яростно забарабанил по стеклу. Вскоре показалась Славя. Семен, ты что здесь делаешь? Тебе же нельзя. Как себя чувствуешь, а? Хорошо, но Ольга Дмитриевна сказала мне, что еще день надо здесь побыть. А мне сказала совсем другое. Вылезай, уверенно сказал я. Ты что, зачем? Испуганно спросила Славя. Вылезай, потом все расскажу. Она некоторое время внимательно смотрела на меня, потом без возражения открыла окно. Даров, вафельный, даров. Я помог ей спрыгнуть на землю. И что дальше? Пойдем. Я взял ее за руку и направился в сторону леса. Через несколько минут Славя остановилась. Семен, что же мы делаем? А что такого? Ты считаешь, что все это правильно вообще? Нет, ну так будет только хуже. Почему же? Мы имеем право поступать, как считаем нужным. Хорошо, но что дальше? Об этом я не думал, конечно. Каждый этап моего плана пока что реализовался весьма успешно, но просчитывать даже на ход вперед совсем не хотелось. Смотри, я открыл сумку и показал вещи, которые забрал из домика вожатой. И? Славя вопросительно посмотрела на меня. Не знаю, отсидимся в лесу пока что. Покажем, что с нами тоже надо считаться. Но ведь это глупо, по-детски. Если не хочешь. Она жалобно посмотрела на меня. Я сделаю, как ты скажешь. Блин, у нас в мобильной колде начинается второй этап чемпионата. Волнуюсь, капец. Ты в нем участвуешь? Ты в нем участвуешь? О, магат, о, магат. А какой выигрыш, а? $1,000,000 получишь, если выиграешь? От этих слов у меня мурашки по коже побежали. Как ты скажешь. Раньше мне никто никогда такого не говорил. В любом случае. Думаю, сейчас это самое лучшее решение. Ладно. Я расстелил спальный мешок на земле, и мы сели на него. И что будем делать? Не знаю. Я был как никогда близок к провалу. Нет, я не сомневался в своем решении, но что делать дальше? Правда, не знал. 1000 донатной валюты, главный приз за этот этап. Их даже не вывести, да? Не. Мя. Меня это не интересует. А, что ты хочешь? Поесть было бы неплохо. Ты ничего с собой не захватил? Бля, знаете, что я забыл? Я забыл открыть свою шпаргалку. О, магат, о, магат. Магат, о, магат. Подождите, пацаны. Пацаны! Пацаны! Ёп, макарёк, пока найду, хер его знает, сколько пройдет времени. Так, подожди. О. Во! Славе хорошая, Славе хорошая. Как хочешь.
Ну, скажи там, скажи ребятам, что я не приду на этот, на турнир, ладно, Вафельный? Пусть они не обижаются, но им больше шансов победить, конечно, в этом турнире, потому что я не появлюсь там. Если бы я там играла, естественно, все 1000 донатной валюты были мои бы. Так, вот, славьте Господи. Поесть было бы неплохо, ты ничего с собой не захватил? Вот об этом я как раз таки и не подумал. Нет, медленно ответил я. Ладно. Мы продолжаем сидеть молча. Интересно, будут ли нас вообще искать? Даже если будут, то вряд ли им это удастся. Лес-то большой, люди по доте, а не колде. Или какие... Что не так? Не понял. Даже если будут, то вряд ли им это удастся. Лес-то большой, да? Но вот еда... К вечеру и я есть захочу. Ладно, ты сиди здесь, я скоро вернусь. Куда ты? За едой. Может, вместе пойдем? Не, не стоит. Я мигом. Оставив Славию одну на полянке, я быстрыми шагами направился назад к лагерю. В том, что она никуда не уйдет и дождется меня, я был абсолютно уверен. Хотелось бы также верить, что я запомнил дорогу. Если искать нас еще и не начали, то Славе уже хватились точно. Так что стоит передвигаться как можно осторожнее, чтобы меня не заметили. В принципе, опасность исходила от любого пионера, а не только от знакомых. О таком вопиющем случае похищения человека наверняка уже известно всему лагерю. Если добраться перебежками до столовой не оставило особого труда, то что делать дальше? Я, конечно же, не знал. Не могу же я вот просто так взять и войти туда. Прячешься? Я ж подпрыгнул от испуга. Сзади стояла Ульянка. Проголодался, небось, да? Она пристально уставилась на меня. Ну чего молчишь? Я на секунду потерял дар речи, поэтому ответить не смог. Так зачем пришел? Так, чего я хочу, чего я хочу? Хочу взять еду для Слави, надо ответить. Так, я сохранюсь, мало ли. Так, хочу взять еду для Слави. Вот как! Да, вот так. Ладно, сейчас. К моему удивлению, Ульянка не стала задавать неудобных вопросов. Она побежала к столовой и мгновение ока скрылась за дверью. Я не знал, что делать дальше. Довериться ей, ждать или бежать вообще, пока она не вернулась с кавалерией. Что я, возможно, на втором стриме не появлюсь. Ужас какой, выговор тебе потом на следующий сделаем. Зачем так много сохранений? Да не знаю, я просто подсыкаю, что в какой-то момент у меня что-то пойдет не так, или крашнется игра, или, я не знаю, и, короче, все что угодно. Лучше, как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть, пацаны. Однако Ульянка не дала мне времени на обдумывание, так как уже спустя пару минут появилась вновь с какими-то пакетами в руках. Вот! В пакете оказалось полно булочек в пакетах... и несколько треугольников с кефиром. Ну почему? Потому что это смело и круто! Она хитро улыбнулась. Славе привет передавай! Ульянка помахала рукой и убежала. Я еще некоторое время стоял в замешательстве, но потом направился назад в лес. Вообще, это не похоже на Ульянку, но я был ей благодарен. В конце концов, одному мне бы вряд ли удалось днем доставить еду без приключений. Вернувшись на полянку, я обнаружил там Славию, все в той же позе, сидевшую на спальнике. Вот. Я протянул ей пакет с едой. «А как у тебя ловко получилось?» Восторженно сказала она. Ну, мне помогали. Сама вопросительно посмотрела на меня, но я не стал углубляться в подробности. Мы сосредоточенно ели, не говоря ни слова. Наконец, я удовлетворенно вздохнул. Неплохо. Весьма неплохо. Да, согласилась Славя. Что теперь будем делать? Может, у тебя есть какие-то предложения? Насчет чего? Ну, хотя бы как договориться с вожатой. Не знаю.
А ты уверен? Уверен, перебил я ее. В конце концов, это акт протеста. Пусть она знает, что нельзя со мной вот так вот. Я осекся. Нами помыкать. Похоже, сказал глупость. Если я для Ольги Дмитриевны точно был мальчиком на побегушках, то Славя... Ты смешной. Здоров, Макс, привет. Она мило улыбнулась. Можно же было просто подойти к ней и поговорить. Но раз ты хочешь сидеть здесь и ждать, то я согласна. Я пытался говорить. Именно так, как надо, да? А как надо? По правде говоря, я не знал. Такие неудобные разговоры всегда были для меня чем-то из области нерешаемых задач. Возможно, если бы знал, конечно, как надо вести себя в подобных ситуациях, все было бы по-другому. Конечно, я сам боялся, чувствовал себя виноватым. Да откуда же взяться уверенности? Не знаю. Славя рассмеялась. Сегодня молчаливый чатик. А, они уже наболтались. Они мне уже рассказали про свои достижения в Калде, в Доте, во всех вот этих вот этих играх и так далее. Они уже наговорились. Сейчас они просто чилят. Славя рассмеялась. Что? Ничего. Просто я сейчас похожа на принцессу, которую прекрасный принц похитил из замка злой колдуньи. Я внимательно посмотрел на нее. Хоть звучало и романтично, но мне показалось, что сейчас Славя сказала глупость. Но вообще, Ольга Дмитриевна, злая колдунья. Что такое? Да я ее верну, Макс! Макс, успокойся, я ее верну. Чуть-чуть помацаю и верну. Здесь что-то определенное есть. Да, аналогия прослеживается. Чеканя каждое слово, сказал я. И у принцессы обычно не бывает выбора в таких ситуациях, загадочно ответила Славя. Выбора? Не может такого быть. Это у меня нет никакого выбора, только сидеть и ждать, что я чудесным образом вернусь в свою реальность. Разве Славя такая же? Примерный пионер, умница, красавица. Да у нее сотни, если не тысячи выборов. Возможно, сейчас именно та ситуация, о которой я мечтал всю жизнь. Такая недостижимая девочка, как Славя, не просто сидит рядом со мной, разговаривает, весело смеется, а во всем полагается на меня. Еще жива? Пока еще умирать не планировала, а че? Сегодня весь день задрочу в мае. Молодец. А я сейчас надеюсь... Да пройти Славию и вечерком подрубить GTA 4. Так хорошо это или плохо? Что мне делать дальше? Вопросов было больше, чем ответов. Когда за себя в жизни решение принять тяжело, ведь взять ответственность за свои поступки, то как же все это можно сделать за двоих? Раньше я бы скорее самоустранился от подобных проблем. А вот само как-нибудь решится, без моего участия. Экс-харнфул. Спасибо за фул. Экс-харнфул. Не, я сейчас уйду, не радуйся, бро. Тю, я думал, вчера прошла Славю. За 2 часа не успел пройти Славю. Алло, у меня же тут дела, делишки. Но сейчас я так поступить не мог. И далеко не только потому, что находился черт знает где и когда. Знаешь, возможно, я был неправ. Слава вопросительно посмотрела на меня. Действительно, ничего не добьемся, сидя здесь. Даже не так. Это просто глупо и по-детски. Тут ты права. И что же тогда делать? Ну, пойдем. Мы встали, я засунул спальник в мешок, взял Славю за руку и направился в сторону лагеря. Как там Славя? Ну, как видишь, все хорошо. Я ее украла, накормила. Сейчас вот куда-то пошли. Через некоторое время мы вышли на площадь, где нас как будто уже поджидала Ольга Дмитриевна. «Явились, не запылились!» — сказала она злобно. И есть тебе что сказать вообще в свое оправдание, а? Какая-то приторно-сладкая, что настораживает. Мне кажется, в ней никакого подвоха и не будет. Так, мне не в чем перед вами оправдываться, надо ответить.
Мне кажется, у нее не будет никакого подвоха. Она девушка без, так сказать, без изюминки, без загадки какой-то. Вот Ленка, да, а Славя, мне кажется, простая как 5 копеек. Так, мне не в чем оправдываться, ответила я спокойно. Да? Ну ладно. То есть ты считаешь все это нормальным, да? Ну ладно, хорошо. Она остановилась на пару секунд и перевела взгляд на Славю. Иди к себе. Я понимаю, что ты ни в чем не виновата. Славя не сдвинулась с места, лишь опустила глаза и крепче сжала мою руку. Славя! Как видите, она не хочет. А GTA 4 будет со... Старый Владивосток FM или новым? А что за старый Владивосток FM и новый? Не знаю, не знаю. Какой будет, такой будет. Я не понимаю, зачем такая большая грудь, наверное, как подставка под кружки. Идеально, шикарная грудь вообще. Супер, топ вообще. Рекомендую, пацаны, заводите себе такую грудь. Чем ты ее там охмурил вообще? Да ничем, боже мой. Я начал заводиться. Здрасте, здрасте, Red Dead. Почему вы считаете, что мы сделали что-то неправильное? И вообще, ничего мы не делали. То-то я не видела. Она ухмыльнулась. И что же вы видели? Она замялась, но почти сразу ответила тем же тоном. Достаточно. Хорошо же вы выводы делаете. Вам бы в НКВД работать. Грудь карманная. Шикарная грудь. Чё началось-то? Алло, девчонка красивая. Вообще грудь шикарная. Ух, ах, ух. Интересно, сколько стоят импланты? Это смотря в какой поликлинике, в какой клинике больницы. Верните две. Да 10, блин, пацаны. Чё две? Чего вы мелочитесь? Не хами мне. Не собирался даже, ехидно ответил я. В общем, я не желаю дальше вести бессмысленные споры. Ты наказан до конца смены. А, правда, что ли? Ну и как же... Будешь сидеть под замком. А если я не соглашусь? Ольга Дмитриевна удивленно посмотрела на меня. Только сейчас я заметил, что вокруг нас начали собираться пионеры. В толпе были видны и Лена, и Алиса, и Ульяна. Что значит «не соглашусь»? Медленно произнесла вожатая. То и значит. Но ты не можешь. Ты настоящий пионер. Значит, я фальшивый. Ольга Дмитриевна замолчала, словно собираясь силами. Думаешь, я не могу тебя заставить? И каким же образом вообще? Я демонстративно рассмеялся. Если не брать во внимание всякие потусторонние силы, о которых я сейчас думал в последнюю очередь, конечно, то средств принуждения у вожатой действительно не было никаких. Знаешь что? Что? Похоже, Ольга Дмитриевна и сама понимала, что проиграла, но согласиться на поражение ей никак не позволяла гордость и статус самой старшей и мудрой в лагере. Я по месту учебы на тебя характеристику пошлю, да тебя в комсомол не примут, в партию не возьмут. Такие страшные угрозы я даже не нашелся, что отвечать. Короче говоря, у тебя все равно не будет выбора. Славя, все время молчавшая до этого, вдруг мешалась в разговор. Самим удобно с такими дойками. Спасибо, что добавила меня в ИК. Да нет, пацаны, добавляйтесь, я не кусаюсь. Добавляйтесь, не кусаюсь, пацаны. Если хотите именно, так сказать, в друзья звезду ТВЧа. Самое смешное стало. То не стесняйтесь, добавляйтесь. Я принимаю в любом случае. А почему вы изначально правы, Ольга Дмитриевна? Что Семен всегда во всем виноват? Что такое произошло? Что мы сделали не так? Вы хоть сами знаете, в чем нас вините? С теми добавишь? Добавлю, пацаны, добавлю. Дискорда достаточно. Место агента свободно. Какого агента? Покажи Миху. Да Миха спит, блин. Ну шо ж вы так вот не вовремя с Михой-то? Ща принесу. Лид, добавь Симин. Да добавляйте там.
все, он спал, пацаны, он спал. Спала, покажи Мишу, да покажи, скажи, покажи, да покажи, вот Мишу. Ай, Мишу. Эх, скажи, я падаю. Ну спит, чуваки, все, я пошла. Сейчас, подожди, Миша. А-а-а, Миша! Так, все, он занял мое кресло. Так, все, теперь Миша спит. Я ухожу. Дальше Миша, короче, ведет трансляцию. А, сейчас! Все, больше не покажу. Ух ты, есть Дискорд. Так я, блин, постоянно вам говорю, блин, чуваки, Дискорд, Контакт, заходите, подписывайтесь, там анонсики, там я с вами разговариваю. Он еще щенок, да, ему только 4 месяца. Сегодня, кстати, вот 1 июля 4 месяца. Ух, я аж это... Не смог эмигрировать, и поэтому расследованного пончика не будет. Что-то много горит. Щенок, я пропустил, еще покажи. Хрен, все, ну Мишка спит, ну чуваки, вы видели, он спит, все, хватит, оставьте ребенка в покое, дайте ему поспаться. А если бы на моем месте была бы другая, вы бы вели себя точно так же? Славя, ты же знаешь, конечно. В том-то и дело, что я не знаю. Знаю вас, знаю, что Семен ни в чем не виноват. Знаю, что у вас к нему предвзятое отношение. Непонятно вообще, почему, кстати. А ведь он старается. Распать, иди в школу. Он еще маленький, он еще даже в детский сад не ходит, пацаны. Про Миха будет Лиду показывать на стримах, да. А такая большая собака тебе с квартиры не выщемит? Нет, не выщемит, пацаны, не выщемит. Все отлично. Он, кстати, не такой большой, всего до 30 килограмм вырастает. Не такой уж и большой. Да, это иногда выглядит немного неуклюже, но я знаю, что он выкладывает все силы и всю душу. Что же тогда, вы будете его винить просто за то, что он такой, да? Я завороженно слушал Славин монолог и толком не понимал, хвалит она меня, констатирует факторы или высказывает свое мнение, возможно, предвзятое. Прикинь, шармы можно сколько сделать. Шаурмы, наверное. Слышишь, я сейчас из тебя сделаю шаурму, Ваня! Большую собаку корма не напасешься. Не, на самом деле это устаревшие стереотипы. Сейчас, раньше, блин, кормили собак, там, закармливали. Сейчас есть уже какие-то более-менее стандарты для каждой собаки, сколько она вообще грамм должна съесть. То есть, понимаете, вот сейчас 4 ему месяца. Сейчас максимальное количество корма он есть в 4 месяца. Дальше идет на спад, то есть уже 5-6, сейчас он где-то примерно должен съедать 360-380 грамм в сутки, грамм корма в сутки, это там вообще ну, капелюха, а дальше уже на спад, 5-6 месяцев, там опять 330, по-моему, там 7-8, там 300 уже, и на спад до 250, что ли? Ну, вот и сами посчитайте, чуваки. На самом деле, сейчас 12-килограммовый у него пакет с кормом стоит. Я не знаю, сколько он его будет жрать, но очень долго. Кстати, у нас же в России только медведи. Что за пес? Медведь. Пес-медведь обыкновенный называется. Какая крутая история, врубай. Ой, пончик, сейчас врублю. Вот почему стримерша такая худая из-за прожорливого Михи, не доедай. Неправда, блин, я чё с ним, думаете, один корм с ним вдвоем ем? Хотя я у него пробовала корм, такой, знаете, короче, я бы не стала есть.
Он просто супер дорогущий, блин, корм жрет из... Там в составе только ягненок да рис и немножко витаминов. Все, реально. Он питается лучше, чем я. Ну, конечно, на вкус... А потом прикинь, сколько из него мяса будет вкуснятина. Да, ягненок рис называется... Ну, вкус данного корма, потому что ему больше ничего нельзя. Да, у Михаила харизма сильная. Думал, вы на рисе сидите. Нет, кормом. Я бы сам поел. Да. Я и говорю, он лучше, блин, питается. Мне кажется, даже многих из вас. Я уж точно хуже питаюсь, чем Миша. Все, отвлеклись. Кажется, кстати, мне сегодня человек писал с вопросом, когда вернешь стримы с обучением английскому. Приколите, кому-то это понравилось, представляете? Я просто в шоках. Я плов ем и макароны. Причем плов без мяса, да? Причем плов без мяса ты ешь. Я вообще в шоке была. Я говорю, я думала, что, ну, типа, людям это не зашло. А он такой, да не, прикольно вообще. Гость строишь стрим, когда вы с Михой обедаете. Из одной миски причем, да? А кто писал-то? Miracle писал. Помнишь такого? А как потом, после того, как она проживет всю свою полноценную жизнь? Куда девать 30... Ну, вы задаете, конечно, вопросы. Потом кремируют, пацаны. Потом... идешь в ветклинику, и там у них есть услуги... либо индивидуальная кремация, то есть его одного запихивают в эту херню и сжигают, а потом тебе в урночку, короче, насыпают, либо со всеми собаками, то есть, соответственно, цена разная, то есть со всеми собаками, по-моему, блин, я даже не помню, не знаю, но индивидуальная 10 тысяч стоит, индивидуальная 10 тысяч стоит. Рагули такой, агой японский, чтобы витуешь общаться. Тебе хвостик подошел. Ага, я знаю ваши хвостики, куда вставляют, а? Негодяю. Блин, с едой вашей есть захотелось. А я, кстати, перед стримом поела. Человека похоронить дешевле? Нет. Человека похоронить далеко не дешевле, пацаны. Далеко не дешевле. Если, конечно, похоронить где-нибудь у себя во дворе человек, то, возможно, да, но так нет. Так, все, пацаны. Кажется, даже сами ее слова пролетели мимо ушей. Мне достаточно было слышать мелодию ее голоса, которая завораживала, уносила отсюда, от этой больной, вожатой и дурного пионерлагеря, успокаивала и залечивала душевные раны. Ладно, не знаю, что с вами и делать вообще. Ольга Дмитриевна несколько смягчилась. Но не думайте, что я одобряю ваше поведение. Она развернулась и, пройдя сквозь толпу, направилась в сторону своего домика. Я начала ждать оглушительных аплодисментов, как в американских фильмах, но толпа, посмотрев зрелище, начала быстро расходиться. Я завораживаю. Ничего, еще душевная рана, мелодия голоса. Пройди детоид. Если он пойдет только на моем компьютере, я бы с удовольствием. Мне вот такие игры нравятся. Когда зависит, так сказать, от моего вообще выбора вся последующая игра. Лишь Ульянка хитро подмигнула мне. Знаешь, по-моему, мы несколько переборщили. Я посмотрела на Славию, и она улыбнулась. Да нет, ты чё? Сам я бы с ней спорила до глубокой ночи, а ты так четко и ясно все расписала. Я бы и за неделю таких слов не подобрал. Детройт вроде есть на ПК, но я не уверена. Я не знаю, можно ли на клавиатуре его пройти, потому что джойстика у меня нету, пацаны. Да даже если бы и был, куда его тут впихивать? И что с ним делать? Вообще, джойстик ни разу в жизни вообще не держала в руках, пацаны. Так сказать, руки мои, они еще чисты.
Так, я бы и за неделю таких слов не подобрал. Да ладно тебе. Что ладно? Это чистая правда, ни капли лжи, ни капли комплиментов. Она пристально посмотрела мне в глаза и рассмеялась. А я сказала просто первое, что в голову пришло, а вышло вот так. А пока есть, но он позже вышел, в 2020 году. У-у-у, не уверена, что пойдет. Я играл в GTA San Andreas с джойстиком. Первая мысль самая правильная, как говорят. Наверное. Только сейчас я заметила, что мы все еще продолжали держаться за руки. Несколько смутившись, я попытался освободить свою, но Славе не дала. От этого меня пробило на секунду холодный пот. Куда пойдем? Идти к себе в домик совершенно не хотелось. Точнее, не хотелось вообще оставаться в лагере. А что ты скажешь, если я предложу вернуться в лес? Славе удивительно посмотрела на меня. Ну, понимаешь, просто иногда... Хорошо, пойдем. Я не ожидал такой быстрой реакции, поэтому не знал, как закончить вообще фразу. Хотел я сказать, что иногда бывает такое, хочется уехать куда-нибудь из привычных мест. Хотя бы ненадолго, да хотя бы на пару часов. Раньше я часто так делал, катался по незнакомым районам или даже соседним городам. Наверное, места и новые пейзажи успокаивают мою душу и позволяют понять, что мир не ограничивается четырьмя стенами квартиры, дорогой до института или работы. А если это так, то в нем есть люди, которым живется лучше или хуже. А значит, мои среднестатистические проблемы не столь трагичны, как кажется. Я невольно усмехнулся. Что? Ничего, просто я тут вспомнил. Ну да неважно, пойдем. Держась за руки, мы направились в лес. Вскоре мы вышли на полянку, возможно, ту же самую, где сидели час назад. А может, на совсем другую, я разобраться не мог. Сюда? Славя вопросительно посмотрела на меня. Но Славе не дала. Чего я не дала? Все Славе дала, это Славе не дает мне. Нет, давай пойдем дальше. Хорошо. Поблуждав по лесу, еще примерно с полчаса мы оказались возле небольшого озера. Отличное место. Это точно. Славя загадочно улыбнулась. Значит, привал предлагаю сделать здесь. Отличное место. Я разложил спальник на земле и уселся на него. Моему примеру последовала Славя. Разве такие девушки бывают? Бывают, поверь. Бывают, просто... Обычно такие девушки, я бы сказала, не горячи, поэтому на них обращают внимание в последнюю очередь. Пойду перекушу и посмотрю сериальчик до второго стрима. Ах ты, ну, в любом случае, приятного тебе аппетита. И что будем делать? Не знаю, ты же хотел в лес. Да, хотел. Опять мне приходится принимать решение. Ведь я совершенно не знаю, чем можно заняться. Например, поговорить. Ну о чем? Да ладно, не напрягайся ты так. Славя рассмеялась. Я совсем не... Я же вижу. Ну просто потому что... Все в порядке. Ну как скажешь. Я вздохнул и уставился себе под ноги. Лучше расскажи мне про себя. Да и ничего, в общем... Не может такого быть, чтобы у человека совсем ничего интересного не было. Почему же? Вот я, например... Просто ты... Она задумалась. А может, ты что-то не договариваешь? Что же? Не знаю. Скрываешь от меня что-нибудь? Ну зачем? Откуда мне знать? Тебе виднее. Ну... Нет. Как-то ты так сказал? Как? Не так. Славе снова рассмеялась. Уверен, что если бы на ее месте был бы кто-нибудь другой, он бы не вел себя настолько спокойно. Озеро? Ореза? Ага, ага. Хорошо, что тебя интересует? Ну, расскажи про себя. Какие-нибудь интересные случаи из жизни.
Сейчас мне почему-то совершенно явно казалось, что ничего в моей жизни интересного не было. Ладно, дай подумать. Я сделал умный вид. Когда я был маленький, лет 5-6, наверное, у меня на даче был шалашик. Крепкий такой, из досок. На крыше рубероид. Ну, в общем, в случае войны послужил бы бомбоубежищем. И вот как-то я сидел с кем-то на этом шалаше. Ну и внезапно он упал. А за ним были грядки с клубникой. И все те доли секунды, что я летел до них, думал, что все, вот она, костлявая, с клюкой пришла. А перед глазами пронеслась вся жизнь, всего за 6 лет, но все же. Упала я на градку и ничего не почувствовал. Понятное дело, земля-то рыхлая, и ее там целая гора. Вот такая вот история. Славя рассмеялась. Но это же глупо. Мне в то время так не казалось. А сейчас? Не знаю. Наверное. Ладно, еще что-нибудь расскажи. Опять скажешь, что глупость? Не скажу. Эх. Я вновь задумался. Еще я как-то с мостика упал в пруд и чуть не утонул. У тебя все истории какие-то, обиженно сказала Славя. Ну, я же говорил, вспомнить особо-то и нечего. Вот и рассказываю первое, что в голову придет. Кстати, насчет озера. Славя посмотрела в сторону воды. Может, искупаемся? Да я как-то не люблю особо, да и не в чем мне. Да ладно тебе. Она одарила меня загадочной улыбкой. Ну, я даже не знаю. Само собой, хотелось сразу же согласиться, но все же было как-то неловко. Давай, давай. Славя весело засмеялась и побежала к озеру по дороге, расстегивая рубашку. Ну, я встал со спальника и медленно направился за ней. Когда я подошел, Славя уже весело плескалась в озере, а вокруг валялась раскиданная одежда. Давай сюда. Да я не... Как-то не хочется. Промычал я. Да ладно тебе, весело. Она, похоже, совсем меня не стеснялась. Да и мне сначала хотелось отвернуться. Хватит плескаться, я писать хочу! Ну тут еще большой вопрос. Что приличнее в такой ситуации? Где картинки, так и этот же, как его, цензура же. Отключили за неуплату. 18+, что ли? Да, да. Ну тут еще большой вопрос. Что приличнее в такой ситуации? Если Славе кажется это нормальным, а я покажу смущение, не обидится ли она на это? Да и не главное это сейчас. Я плавки не взял. Наверное, не самая уместная отговорка при данных обстоятельствах. Ну так и я, сказала Славя, перейдя на тон ниже. Не бойся. И я и не собираюсь. Чего тут бояться вообще? Тогда залезай. Я не знал, что ответить. Наверное, и хотелось согласиться. Но чтобы все это было не так. Не так спонтанно и беспричинно. И действительно, почему Славя настолько приветлива со мной? Или тут что-то большее? Тогда точно не понимаю. Ну и не надо, расстроенно сказала она. Иди тогда костер разведи. Зачем? Затем! Вот я выйду, надо будет высохнуть. А, да, ладно, хорошо. Я быстро вернулся к спальнику по дороге, собирая ветки. Набрать хворост оказалось делом нехитрым, а вот развести огонь... У меня не было ни спичек, ни зажигалки. Как и любой нормальный человек, я знал, что можно потереть две палочки друг от друга, однако сам никогда до такого не делал. Блин, чуваки, вы когда-нибудь пробовали развести огонь, потерев две палочки? Я вот пробовала, просидела, наверное, я не знаю, пол своей жизни, ничего не произошло. Настолько приветливо, что готова купаться нагишом в одном озере. Да, без плавок, блин, при парне, которого знает буквально сколько, 6 дней. Любой нормальный человек... Так, это я прочитала. Но выбора, конечно, не осталось.
Я пробовал, ну и чё? Он так не работает, я даже не пробовал. Дождик пошел. Поздравляю тебя с дождиком. Немедленно начала одной веточкой сверлить дырку в другой. Хорошо, что дерево попалось сухое, иначе бы шансов у меня не было никаких. В общем, я слабо надеялся на успех. Однако, спустя примерно минуту появился дым и вспыхнул слабый огонек, который, тем не менее, тут же погас. Чтобы хотя бы стало понятно, что такой способ добычи огня могу освоить и я. Да ничего, тоже не получилось. Да я и говорю, это невозможно, чуваки. Это я не знаю, что надо сделать, чтобы так вышло. Там нужен специальный разрез на палке, колышек, лук и огромная сила и куча времени. Ну, уж точно с двух палок и рук твоих кривых, и моих, естественно, ничего не выйдет, чуваки. Мне понадобилось еще минут 20 мучений, но, наконец, перед спальником горел небольшой костерок. Я лениво подкидывал туда ветки. Однако, вот оно как получается. Человек ко всему приспосабливается, и даже я, возможно, смог бы выжить в тайге. Из мысли о выживании меня вывела Славя, которая нависла надо мной. «Какой ты молодец!» Я поднял взгляд и тут же отвернулся. Она стояла в одной почти ничего не прикрывающей рубашке. «Ладно там, в озере, другое дело. Так близко. С тобой не пропадешь». Славя села рядом, прислонившись ко мне спиной. Там, так, или можно найти кремень. Ваня, да Ваня эксперт по всему, пацаны. Все, так сказать, какие у вас имеются вообще вопросы, обращайтесь к Ване, поможет вообще. Эксперт по Майнкрафту. Да Ваня вообще эксперт по всему, пацаны. Звоните, пишите ему, Ваня вам с удовольствием поможет, я уверен, да, Ваню? Надеюсь, все быстро высохнет. Почему-то я на это очень надеялся. «Ну так что?» «Что?» — спросил я сбивчивым голосом. «Расскажи еще что-нибудь». «Да я даже не знаю. У меня комок застрял в горле. Ни о каких рассказах и речи идти не могло». «Ты вдруг какой-то скованный стал?» «Действительно, с чего бы вдруг?» «Да нет, просто я чувствовал, что долго так сидеть не смогу. Кроме пива, по пиву у нас... По пиву женёк, да, по пиву женёк. Кроме пива, пацаны, ему пишите. Звони Ване. Да, да, звоните Ване, пацаны. Даже без компаса Ваня вас выведет из леса. Сейчас только видео смотрел. Я чувствовал, что долго так просидеть не смогу. Животные инстинкты затуманивали разум. А ты думаешь, это вообще нормально? Что? Ну, вот так вот сидеть. А что такого? Славя, похоже, правда не понимала. Ну, ты же... Неужели не понимаешь? Я бессильно вздохнул. Не знаю даже. Ее голос прозвучал лукаво. А ты что думаешь? Ну, я... Ну, мне... Может, и не стоит сдерживаться? Ее слова молнии сверкнули у меня в голове. Если уж она разрешает... Между нами случилось нечто прекрасное. Такое, о чем еще 6 дней назад я не мог и мечтать. Может быть, вот она, цель моего попадания в этот лагерь. Опять быстро! Да что они скорострелят все такие? GTA 4 без ранеток, не GTA 4. А как сделать, скажите мне, как сделать этих ранеток сразу тогда? Жета Long Dark слабоватая. Чтобы тебя нашли в лесу. Это было чудесно. Да, чё там чудесного? Пару секунд всего, блин. Я прочитала, блин, просто буквально вот так вот, блин, они уже закончили. Мы еще некоторое время просто лежали рядом. Что-то холодно. Сейчас. Я расправил спальник, и мы забрались внутрь. Славя положила голову мне на плечо. Возражаешь, если я посплю немного? А то что-то я устала. Да, конечно. Что, она работала там, что ли, блин, я не знаю, за двоих, что ли?
Вскоре она размеренно задышала. Вокруг ветер тихо шевелил листья на деревьях. Совсем рядом колыхалась трава, а над лицом летали мелкие назойливые мошки. Мне вдруг показалось, что это самое лучшее место, виденное мной за всю жизнь. С этими мыслями я заснул. Сейчас все проспим. Все нахер проспим. Я открыл глаза и увидел над собой бушующую крону дуба. Поднялся сильный ветер, пронизающий до костей. С неба на меня смотрела полная луна. Наступила ночь. Сколько точно времени, сказать было никак нельзя. Но это и не имело большого значения. Славя еще спала. Я поплотнее укутал ее спальник, а сам встал. Оделся и направился к озеру. Не надо ко мне идти. Ужасно хотелось пить. А других вариантов попросту не было. Не надо пить из озера, я там попысала. Да и Славя, наверное, тоже. Да я не думаю, что вода здесь ядовитая. Не думаем. Мы же не рядом с Чернобылем все-таки. Откуда ты знаешь? По крайней мере, хочется в это верить. Я зачерпнул воды и жадностью опустил лицо в ладони. Мне показалось, что это не озеро, а самый настоящий родник. Настолько вода была вкусная. Снизу на меня смотрело мое отражение, подернутое разводами и лунным блеском. Похоже, оно улыбалось. Странно, а я и не заметил. В приподнятом настроении духа я направился назад с твердым намерением проспать до утра. Как вдруг рядом заскрипела ветка. Я вернулся на шум и увидел, что за деревом кто-то стоит. «Кто здесь?» — закричал я взволнованно. «Не надо так орать!» — голос показался знакомым. Я подошел ближе и увидел Лену. «Что ты здесь делаешь?» «Гуляю». «В такое время?» «А что, нельзя?» «Нет, просто странно. Я прислонился к дереву и задумался. Она наверняка здесь не просто так. Да что говорить, мы сюда еле дошли. А уж гуляя к этому озеру точно не выйдешь. И даже ночью можно увидеть в паре десятков шагов отсюда спящую Славю. Хи». «Что?» «Что скажешь?» «А что я должна говорить?» «Тебе виднее». «Не понимаю, о чем ты?» «Хорошо. Ты тут давно вообще?» «Не так уж давно». «Это сколько?» «Это немного», — отрезала Лена. «Ладно. И все?» «Не знаю». «Мы еще некоторое время стояли молча». «Тебе, наверное, пора возвращаться, а то Славя замерзнет». «Значит, ты видела?» «Сложно было не заметить». Если ты думаешь, что... Она подглядывала, она смотрела! Ух, сука, блин, ну ладно. Если ты думаешь, что... А что я должна думать, а? По-моему, тут все предельно понятно. Да, наверное. То есть, ничего не скажешь? А что сказать? После вашего представления на площади днем слова кажутся неуместны. Никакого представления не было. Ну просто, как будто я оправдываюсь перед ней. И вообще, не твое дело. Совершенно верно. Дело-то твое. Только смотри, будь осторожен. А то еще детишек заделаете, да, чуваки? Ты про что? Если тебе все так легко дается, то ты вряд ли будешь дорожить этим. А стоило бы. Не понимаю. Вот Славе раз, и вы уже тут. А потом второй, третий. Потом тебе надоест. Возможно, надоест. Лена сделала паузу. Поэтому я и говорю. Тебе надо дорожить тем, что имеешь. Пусть это и достается без особого труда. Если ты считаешь, что я к этому отношусь как к игре, то ты сильно вообще ошибаешься. Я так не считаю. Но это вполне возможно. И вообще... Может быть, не стоит лезть не в свое дело? Я просто даю совет. Кажется, я не просил никаких советов. Кажется, тебе стоит больше думать о том, что ты делаешь и собираешься сделать, чтобы потом не было мучительно больно. Слушай, все это похоже на угрозу какую-то. И действительно похоже. Может и так, сказала Лена загадочно. То есть ты... Нет, совсем нет, что ты.
По крайней мере, сейчас. Добавила она шепотом, душно Лена. Лена, да, Лена, хорошо, что мы ее уже закончили. Лена развернулась и начала удаляться в чащу. Я не стал ее останавливать. Когда она уже почти совсем скрылась из виду, я заметил, что у нее в руке что-то блеснуло в лунном свете. Неужто она... А если она скроется? И что за странная девочка? Я вздрогнул и вернулся к Славе. Ночь была холодная, но теплота ее тела не давала мне замерзнуть. Надеюсь, что также я согревал и Славе. День седьмой. Последний. Я проснулся от холода с первыми лучами солнца. Конечно, спальник теплый, да и не успел покрыться инеем, но все же провести ночь в лесу было для меня в новинку. Я осторожно, чтобы не разбудить Славе, вылез из мешка. Свежий утренний воздух окончательно прогнал остатки сна, и на меня нахлынули воспоминания о минувшей ночи. Пожалуй, это был самый счастливый момент в моей жизни. Близость, нежность, любовь, страсть. Все эти чувства переплелись у меня в душе за те короткие несколько часов. Как лучше резать? Не знаю, но... В личку напиши. Осуждаю. Я посмотрел на Славу. Она была прекрасна. На ее лице застыло выражение абсолютного спокойствия и безмятежности. Так, возможно, спят ангелы. Мне совершенно не хотелось ее будить, поэтому я просто сел рядом и принялся наблюдать за вступающим в свои законы права утром. Так, пацаны, ладно, не буду отвечать, осуждаю вас, прекратите, заканчивайте этот разговор. Природа. Освежающая роса, легкий ветерок, танцующие листья деревьев, солнечные зайчики, прыгающие по воде. Все это было для меня чуждо еще вчера. Каменные джунгли мегаполиса. Вот единственные леса, которые я знал. Здоров, дед! Здоров! Привет! Если бы мне кто-нибудь сказал, что я вот так буду сидеть и наслаждаться всем этим, несмотря на ночную прохладу, надоедливых комаров или отсутствие компьютера и интернета, я бы точно не поверил. Доброе утро. Я посмотрел на Славю. Доброе. Хорошо спалось. Лучше, чем когда-нибудь. Мне тоже. Она потянулась ко мне и поцеловала. Казалось, этот поцелуй длился вечность, а я просто растворился в ней. Надо бы позавтракать. Наконец, оторвавшись от меня, сказала Славе. Да, пожалуй. Сколько сейчас времени, не знаешь? Нет, ну думаю, еще рано. Надеюсь, столовую уже открыли, а то я есть ужасно хочу. И я. Мы собрали вещи и направили в сторону лагеря, взявшись за руки. Столовая действительно была уже открыта, и мы, как ни странно, оказались первыми посетителями. Да, сегодня 1 июля, пацаны, поздравляю, а может быть и сожалею, с 1 июля, пацаны. Завтрак, что неудивительно, изысканностью не блистал. Овсянка, пара яиц, черствый хлеб и водянистый чай. Знаешь, мне здесь еда никогда не нравилась. Мне тоже, по правде говоря, рассмеялась Славя. Но поскольку выбора нет... Да и с голодухи весьма неплохо идет. Да, это точно. Какую музыкальную паузу? Мне надо успеть за этот коротенький стрим допройти Славю. Я тороплюсь! Она, в отличие от меня, ела аккуратно. Я же, как обычно, ронял кашу себе на рубашку и обливался чаем. Ты всегда так ешь? А что такое? Спросил я с набитым ртом. Она в ответ лишь рассмеялась. А, нет, не всегда, но когда очень голодный, то бывает. Правда, я могу и поаккуратнее. Хотя бы могу попробовать. Да ладно, ничего страшного. Ага, ничего страшного.
Вскоре с завтраком было покончено, и мы направились к выходу. Только я успел про себя отметить, что в столовой мы до сих пор одни, как в дверях показалась Ольга Дмитриевна. «А, это вы? Ну, я не буду спрашивать, где вы ночевали. В общем, это...» Вожатая была явно смущена. «И вам доброе утро, Ольга Дмитриевна», сказала Славя с лучезарной улыбкой на лице. «Да, утро-утро. Ладно, вы, главное, не забудьте собраться». «Не забудем». «А что она имела в виду? Опять какой-то поход?» — спросил я Славю, когда мы вышли из столовой. «Да нет же! Сегодня последний день, ты разве забыл?» «Последний день чего?» «Последний день смены!» Сказать, что ее слова меня ошарашили, значило бы не сказать ничего. «Как? Почему?» «А что ты удивляешься? Ты разве не знал? На линейке же объявляли!» «Ну, даже на тех линейках, на которых был, я большей частью спал стоя». «Нет». «Теперь знаешь». Славя непринужденно улыбнулась. «И что делать?» Ее слова вызвали во мне массу эмоций. С одной стороны, я наконец вырвусь из этого проклятого лагеря. Возможно, получу какие-то и ответы. С другой, я только что, похоже, нашел то, что для меня действительно важно. А теперь мне придется с этим расстаться, что ли? В смысле? Да ладно, ничего. И когда отъезд? Вечером, часов 5-6. Ну, времени еще полно. Да, но у меня дела кое-какие. К тому же надо Женю найти, а то она, наверное, волновалась, что меня ночью не было. Да уж, она-то волновалась. На обеде увидимся. Славя поцеловала меня в щеки и убежала. Я же остался стоять около входа в столовую. Дел у меня совершенно никаких не было. Собирать мне тоже было абсолютно нечего. Так что до вечера мне предстояло просто шататься по лагерю и думать. Я бы сейчас многое дал за то, чтобы хотя бы на эти 10 часов в моей голове образовался вакуум. Из транса меня вывел чей-то голос. «Привет!» Передо мной стоял электроник, веселый, как всегда. «И тебе?» — ответила я рассеянно. «Знаешь, а вас весь лагерь говорит!» «Догадываюсь!» «А вы это, уже того?» — спросил он ехидно хихикая. «Это твое дело, как считаешь?» «Да нет, я просто...» «Вот и помолчи!» Оставив его наедине со своими догадками, я направился в сторону площади. Почему он всегда ведет себя так, что это бесит окружающих? Хотя, возможно, это бесит только меня. А! Я был полностью погружен в свои мысли, не особо смотрел по сторонам, поэтому и не заметил Мику, налетевшую на меня. «Ой, извини, надо было внимательнее, а я что-то совсем задумалась и не заметила тебя. Знаешь, иногда так бывает. Привет, кстати». Я посмотрел сквозь нее и направился дальше. «Ой, Семен, подожди, а как там со Славей? Расскажи, так интересно. А то мне кажется, что все в лагере знают, кроме меня. Нет, ты не подумай, я особо не любопытна. Ну просто раз такое дело». Назвать ее нелюбопытной значило бы пойти против вселенской истины. «Ничего особенного», не оборачиваясь, ответил я. «Ну, если ты не хочешь...» Я попытался отключиться от внешних раздражителей, и остальные слова Мику прошли мимо меня. Вскоре площадь незаметно сменилась на пляж. Юного бриллианта советской эстрады, к счастью, уже не было рядом. Я сел на песок и уставился на речку. И почему всему лагерю так интересны мои отношения со Славей? В моем мире никто бы и слова вообще не сказал. По крайней мере, в открытую, в конце концов. То, что говорят за глаза, ты не услышишь. А сейчас я был готов стерпеть и сплетни, лишь бы не докладывать каждому встречному о своих любовных приключениях. Солнце поднималось все выше, меня потихоньку начало клонить ко сну. Глаза уже закрылись, как вдруг я услышал, что рядом со мной кто-то сел. Это была Алиса. «Поздравляю!» «С чем?» «А ты сам не догадываешься?» «Да, догадаться несложно. Честно признаться, уже надоело. Здесь как будто каждому необходимо об этом упомянуть. Достало!»
А ты как думал? Событие? То для лагеря... А событие-то для лагеря необычное. Я бы даже сказала, неслыханное. Она рассмеялась. Да и вожатую так задвинуть. Даже Ульянка бы не смогла. Да и я бы, наверное, тоже. Не знал, как на это реагировать. Как на комплимент или как на издевку. Знаешь, это вам только так кажется. Для меня ничего такого не произошло. Более того, я не очень понимаю, зачем всем лезть в мою жизнь. В конце концов, это мое дело и больше ничего. «Может и так, может и так», — загадочно сказала Алиса. Некоторое время мы просто сидели молча. Мне хотелось, чтобы она побыстрее ушла, но Алиса разглядывала пионеров на пляже и, похоже, никуда не собиралась. «И какие у тебя дальше планы?» «Ты о чем?» «Сегодня же последний день». «Да, и что?» «Все уедут». «Ну и?» «И Славя уедет». «Да и ты тоже уедешь, а дальше-то что?» «Вы расстанетесь!» «Да, об этом я и без тебя знаю, спасибо. Очевидно». «И что ты думаешь по этому поводу?» «Да что я должен думать? Не могу же я вечно быть здесь?» «Конечно нет!» «Но что, ты ее так просто отпустишь?» «Нет». «То есть, а что мне прикажешь делать?» «Честно говоря, я действительно не представлял, что делать дальше. В голове все смешалось. Наконец-то я смогу вырваться отсюда. Именно это было главным для меня последнюю неделю. А теперь надо решать еще более сложный вопрос. Ведь как, если подумать, заканчивались лагерные романы простых советских подростков? А мой роман был лагерным во всех смыслах. Они разъезжались, и все. Возможно, они жили в тысячи километров друг от друга. В моем же случае, в разных мирах. И с такими входными данными придумать решение за пару часов было невозможно. «Я откуда знаю? Это тебе решать!» Алиса хитро улыбнулась, встала и побежала к речке. До обеда оставались какие-то полчаса, и я неспешно направился в сторону столовой. Пионеры еще не успели оккупировать все свободные столы, так что мне удалось выбрать более-менее нормальное место. К сожалению, не мое любимое в углу. Только я собрался приступить к еде, как кто-то резким движением отодвинул стул рядом со мной и сел. «Привет, как поживаешь?» Это была Ульянка, необычно вежливая к тому же. До последней секунды ничего. Съязвил я. «Да ладно тебе! Лучше расскажи, что дальше делать планируешь!» «Есть!» – вздохнул я. «Я не про это! Вот вы уедете со Славой, а что дальше?» «Как будто первоочередная проблема у всех местных обитателей – это мое будущее. Слушай, какая тебе реально разница?» «Просто интересно!» «Что интересного?» «Я же тебя не спрашиваю, что ты будешь делать завтра, послезавтра, да или через месяц. Зачем лезть в чужую жизнь?» «Я же не лезу!» — обиженно сказала Ульяна. «Просто я во всем этом плохо разбираюсь!» «Само собой, лет-то еще мало!» «Ну вот и объясни, раз такой взрослый!» «Что тебе объяснять?» «Вот вы дальше будете переписываться, так? Потом на следующее лето опять вместе в этот лагерь приедете!» «Переписываться? По почте, что ли?» Для меня это прозвучало как-то дико. Нет, дикими были не сами листочки и бумажные конвертики, а перспектива не увидеть Славе еще год, а может и больше. Не увидеть или не увидеть вообще никогда. «Ну так что? Можно к вам?» Я поднял глаза и увидел стоящую рядом со мной Славю с подносом. «Ладно, я уже ухожу!» Ульянка вскочила и убежала в другой конец столовой. «О чем разговаривали?» «Ну, ты же ее знаешь, а о чем с ней можно вообще разговаривать?» Славя улыбнулась. «Разобралась с делами?» «Да, теперь я полностью свободна, могу помочь тебе собраться». «Да что мне собираться-то?» «Ну, тогда ты можешь помочь собраться мне». «Хорошо. Это была отличная возможность поговорить с ней.
хотя совершенно не знал, о чем вообще именно. Вскоре мы закончили обед и направились к домику Слави. Внутри все было чисто и аккуратно, не то что в домике Ольги Дмитриевны. Не знаю даже, с чего начать. Она достала сумку и принялась рыться в шкафу, а тем временем сел на кровати и начал собираться с мыслями. А какие у тебя планы после лагеря? Что делать вообще собираешься? Ну, как же? Она посмотрела на меня и улыбнулась. Пойду учиться. Ну, да. А ты? А что я? Не в школу же идти второй раз в какой-то там класс. Я? Ну, наверное, тоже. Хотя мне не очень хочется возвращаться в родной город. По правде говоря, мне некуда возвращаться, даже если бы было желание. Почему? Потому что там нечего делать. Там ничего нет, и там меня никто не ждет. А родители? Ну, родители... Понимаешь ли, их как бы сейчас нет. А где они? Работают за границей, так сказать. Так тебе повезло. Она весело улыбнулась. Почему? Заграничные вещи разные и все такое. Да я бы мою ситуацию особым везением и не назвал. Ну, в любом случае... Не расстраивайся. Похоже, она совсем не понимает, о чем я говорю. По этому поводу я и не расстраиваюсь. И это было правдой. А что тогда? Да много чего. Например? Ну, например... Я уже было собрался начать по... пространную тираду о моем положении и нежелании оставлять Славию, как вдруг с грохотом распахнулась дверь и вошла Женя. Ага, вот вы где. Да. Да-да, как раз собираемся. Вижу. Хорошо, что я не пришла минут на 10 позже, а то могла бы помешать сборам. Славя грустно покраснела и лихорадочно продолжила запихивать вещи в сумку. Ну что, герой-любовник? От такого обращения у меня мурашки по коже вообще побежали. Что? Да ничего. Она некоторое время пристально разглядывала меня. Смотри, теперь от твоего выбора зависишь не только ты. Я не стала отвечать, а Женя после этих слов вышла из домика. Что она имела в виду? По-моему, этого никто так точно знать не может. Но все же. Ну, понимаешь, я сам хотел с тобой об этом поговорить. Начать-то я смог, а вот дальше. О чем? Слава внимательно посмотрела на меня. Просто вот сегодня мы уезжаем, так? Так. И разъедемся по своим городам. Ну да. И когда я смогу тебя увидеть в следующий раз? Славя задумалась. Не знаю. Вот и я не знаю. Ну, ты можешь писать мне письма. Она улыбнулась, но от ее улыбки мне не стало спокойнее. Да, конечно, но это не то, ты сама же понимаешь. А что тогда? Может быть, я поеду с тобой? Я решила рискнуть и сказать все напрямую. И что ты там будешь делать? Славя казалась даже не удивленной, а несколько возмущенной. Чё бы родители? Да и что люди вообще скажут? Насчет мнения людей я как-то вообще не задумывался. Да не волновало меня это особо, по правде говоря. Ну, всегда можно найти выход. Какой же? Придумаем. Семён, нам еще мало лет для такого. Мне-то на самом деле вполне достаточно. Так, извините, блин, чтобы, так сказать, кексом-шрексом заниматься немало, да, нам лет, а как серьезные отношения нам строить, уже нам мало лет, да? Угу. И что? Может быть, позже? Через сколько? Через год? Два? Пять? Ты так говоришь? Я не знаю. Она казалась растерянной. То есть, все, что было, это так, курортный роман? Я начал заводиться. Нет, конечно нет, просто... Что? Я сейчас не готова об этом говорить, давай попозже. Когда попозже? У нас осталось пару часов до отъезда.
Славя ничего не ответила и продолжила собирать вещи. Я ожидал от нее любой реакции, но только не такой. По сути, она просто оттолкнула меня. Получается, никакое продолжение отношений ей не нужно. Получается, я для нее не особо и важен. Ты думаешь, только для тебя это все сложно? Думаю, что это для тебя непросто, но ты так почему-то не считаешь. А что, если я тебе скажу, что мне совсем некуда возвращаться, что у меня, начиная с прошедшего понедельника, больше нет никакой жизни, и мне все равно придется начинать все сначала? Не знаю. Это звучит не очень правдоподобно. Да и не должно, но все же это правда. И что же? Ну, объясняй тогда. Я попал в этот лагерь совершенно случайно. Но вообще, я из другого времени, может быть, из другого мира. Из начала 21 века. И лет мне несколько больше, чем кажется. Я совершенно не знаю, как здесь оказался. Славя внимательно смотрела на меня, но ничего не сказала. Эти мгновения тянулись для меня бесконечно. Капец, за это время двух челиков в команду нашел. Чё себе, где искал хоть? Надеюсь, не на мусорке. Я ждал, что она посмеется надо мной, назовет больным или что похуже. Зачем ты все это говоришь? Наконец спокойно спросила она, чтобы ты понимала мое положение. Но это же... это звучит просто глупо. Конечно, я на твоем месте отреагировала бы точно так же. И что ты от меня ждешь? Не знаю, я просто почувствовала необходимость признаться. Я не говорю, что ты врешь и психом тебя не считаю, но пойми, я не могу в это вот так вот поверить. Да, я понимаю. Я думал просто, что это поможет тебе понять мою ситуацию и мотивацию моих поступков. Не помогло, если честно. Я расстроенно вздохнул. И мнение мое не изменилось. Но... тебе лучше собрать свои вещи, а то опоздаешь. Да там... потом поговорим. Я не стал спорить. Если после моего признания Славе не изменила своего мнения, то сейчас настаивать, конечно, бесполезно. В расстроенных чувствах я поплелся к домику Ольги Дмитриевны. Вожатая стояла на пороге и, кажется, ждала меня. Что такой хмурый идешь? Случилось что-то? Нет, ничего, собираться вот иду. Рассказывай уж, может, легче станет. Ладно, вот... как вы думаете, как человеку доказать, что я готов говорю правду, если он в это не верит? А ты точно говоришь правду? Точно. Тогда, может быть, ему просто нужно время? Но его-то как раз и нет. Тогда не знаю. Она развела руками. Ладно, и на том спасибо. Я покидал зимнюю одежду в пакет и направился на автобусную остановку. Если бы еще пару дней назад я увидел Икарус вот так запросто стоящий у ворот лагеря и ждущий пионеров, то стал бы самым счастливым человеком в этой реальности. Но именно сейчас веселиться мне почему-то совсем не хотелось. До отправления автобуса оставалось еще прилично времени. Я сел на бордюр и закрыл голову руками. «О чем грустишь?» Знакомый голос вывел меня из раздумий. «Да так». Поссорились со Славей? Можно и так сказать. Из-за чего? Она не верит, что я пришелец из будущего. Я криво улыбнулся. Я бы тоже не поверила. Серьезно сказала Лена. Да и я бы на вашем месте себе не поверил. Чего страшного, помиритесь. Да, только времени осталось немного. Времени до чего? Чтобы выбрать правильное решение. Через некоторое время на автобусной остановке собрался весь лагерь. «Все здесь?» – начала Ольга Дмитриевна. «Сегодня вы покидаете наш лагерь, и на прощание мне хотелось бы вам кое-что сказать». Она заметно нервничала и никак не могла подобрать нужные слова. «Надеюсь, что время, проведенное здесь, вам запомнится на всю жизнь, что у вас останутся только приятные воспоминания о Савенке». Также я надеюсь, что здесь вы стали чуточку лучше, смогли чему-то научиться, познакомились с новыми друзьями. В общем, возвращайтесь в следующем году. Вожатая отвернулась. Похоже, она пыталась сдержать слезы. Я не ожидал от нее таких эмоций.
Хотя все равно все сказанное ей показалось мне полнейшим бредом, как и всегда. Конечно, именно здесь я познакомился со Славей, но здесь у нас с ней, мягко говоря, не все ладно. А что будет дальше, совершенно непонятно. Поэтому мне было не до мысли о том, буду ли я скучать по этому месту, по Ольге Дмитриевне. Да вряд ли. Когда пионеры начали заходить в автобус, я протиснулся сквозь толпу к Славе. «Давай сядем вместе?» «Давай», — спокойно ответила она. Мне даже показалось, что я уловил на ее лице тень улыбки. Автобус летел по просторам нового для меня мира. За окном поля сменялись лесами, а те — спокойными реками и взгорьями. Я чувствовал, что все это знакомо, как знаком край родной. Впрочем, окружающая местность меня сейчас интересовала меньше всего. Я подбирал слова, с которых начать разговор. Мне уже, наверное, несколько часов просто сидели... Мы уже, наверное, несколько часов просто сидели рядом. А попытки завязать разговор заканчивались односложными ответами. Не бери в голову то, что я тогда сказал. Я не хочу оправдываться или говорить, что это неправда. Просто для меня сейчас самое главное — это ты. Я понимаю. Она внимательно посмотрела на меня. Если я даже иногда веду себя не так, делаю и говорю глупости, все равно для меня сейчас самое главное — это быть с тобой. И всегда это так будет. Я понимаю, что вел себя слишком опрометчиво, строил глупые прожекты, но мы же можем попробовать сделать все по уму, вместе. Ты и я. Славя все так же пристально смотрела на меня. Ты понимаешь, что это будет непросто, и что нельзя вот так, очертя голову, бросаться в омут. Ведь проблем потом будет столько, что не разгребешь. Я съел самодельный открытый бутерброд с колбасой, круглый бутик с мазиком и кетчупом. Нифига себе, нифига ты, блин, конечно. Да ты шеф-повар, сам Гордон Рамзи позавидовал бы тебе. Жесть, расскажешь рецепт, Вань? Оу, welcome, привет, привет, Олежа, привет, привет. Да, теперь понимаю. Ну, ради тебя я на все готов. Она ничего не ответила, лишь легонько поцеловала и положила голову мне на плечо. И это определенно значило «да». Я не хотел больше ни о чем с ней говорить. Пусть поспит. Главное, что Славя поняла меня. Поняла, что она для меня значит. Поняла, что ради нее я готов на все. Если даже я где-то перегибаю и поступаю необдуманно, она готова указать мне верную дорогу, по которой мы пойдем вместе. Ночь заявила свои права. Автобус погрузился в сон. Сначала я пытался сопротивляться. Есть ли смысл терпеть, тратить последние силы, когда наконец будущее стало для меня кристально ясным? Глаза закрывались всего на минуту. А? День. А? Бывают сны, от которых не хочется просыпаться. Ты словно плывешь по теплой реке куда-то далеко за горизонт, блаженно созерцая суетный мир, скрывающийся за облаками. Прошлое остается позади. Его отголоски уже не раздирают на части душу. А будущее, вот оно, рукой подать. И уже не столь важно, что ожидает тебя там, куда важнее сам процесс погружения в сказочный мир спокойствия и счастья. Я всегда верил, что именно в таком состоянии находилась Вселенная когда-то, и именно к нему она вернется однажды. Наша жизнь — это всего лишь миг, секунда в мироздании, рождение и смерть звезд — минута, галактик — часы. Но в сумме едва ли наберется не на целый день. Никто из нас не задумывается, как прожить каждую конкретную секунду.
так столь ли уж важно, чем занимается одна капля в бурной реке, уносящейся за горизонт бытия? Да ладно. Я открыл глаза и блаженно потянулся. Вставать не хотелось. Закутанный в одеяло, я чувствовал себя на вершине блаженства. Да ладно. В конце концов, идти сегодня никуда не надо. Впрочем, как обычно. Планов тоже никаких нет. Тогда почему бы не поспать? Я перевернулся на другой бок и уставился на старые вздувшиеся обои, покрывающие кривую стену. Интересно, а давно тут делали ремонт? Почему, вообще говоря, тут обои, а не дерево? Смутные догадки начали рождаться где-то в глубине создания. Я отбросил одеяло, вскочил и начал бешено озираться по сторонам. Да, я вновь оказался в своей квартире. На некоторое время меня словно парализовало. Шок был настолько сильным, что мой мозг оказался не в состоянии осознать происходящее. Я просто стоял и пялился в экран монитора на столе напротив. Мысли не было, кажется. Я даже забывал дышать. Наконец рассудок начал проясняться. И что, собственно, произошло? Я заснул в автобусе, направляющемся в райцентр? Да... Что такое было вообще? И рядом со мной сидела Славя. А теперь я опять тут. Похоже, за короткую неделю, проведенную в лагере, я настолько свыкся с мыслью, что вернуться к прежней жизни мне уже не суждено, что сейчас просто не знал, как на все это реагировать. Ведь именно попасть обратно домой было моей главной мыслью в начале. Но в итоге все произошло как в плохом фильме. Я, наконец, вернулся, а все равно нахожусь в полнейшем шоке. Нет, страха, конечно, не было. Мне скорее было интересно и грустно. Ща, Вань, ща, почитаю. Ведь я уже принял решение начать новую жизнь со Славией, оставить в прошлом все свои проблемы, обиды, страдания, рефлексии, незавершенные дела и планы на будущее. Очевидно, что та жизнь была бы как минимум не хуже этой. Но сейчас ее уже не вернуть. Хотя, с другой стороны, скажи мне кто неделю назад, что я вот так, в мгновение ока, окажусь в другом мире, я бы не поверил. Что же мешает этим фантастическим событиям повториться? С трудом шевеля ногами, я направился на кухню, налил стакан воды и вернулся в комнату. Ледяная жидкость с мерзким привкусом хлорки несколько освежила меня. Теперь предстоит решить, что же делать дальше. Внезапно я понял, что просто не могу находиться в тишине. Включив компьютер, я поставил случайную песню в плеере и только тогда несколько успокоился. А что мне, собственно, остается? За последнее время я уже четко уяснил, что от меня не зависит ровным счетом ничего. По чьей-то прихоти я был выдернут из привычного мира, а затем возвращен обратно. За неделю в лагере не было найдено никаких ответов. Да что уж рассуждать. Надо забыть все, что произошло, как страшный сон. Может быть, это вообще были галлюцинации. Сейчас мне все равно. Единственное, что мешало заархивировать этот короткий этап жизни в памяти, это Славя. Я вспомнил ее улыбку все то время, которое мы провели вместе. Начиная от знакомства в самый первый день и заканчивая ночью в лесу и отъездом из лагеря. Сердце бешено скакнуло в груди, разнося щемящую боль по всему телу. Берем булочку для бургера из магазина и режем. Берем часть сенкой, наливаем немного кетчупа. Ага, капаем майонез. Ага. Раз, четыре. Так, размачиваем чайную ложку. Ага. И берем колбаску. Ага, ломтик. Ага. Кидаем в микро. Угу, у меня уже слюни. Мир зависит. Понял, сыр один ломтик. Ага. Сыр после микроволновки кидаешь? Да ну. Ведь она понравилась мне с первого взгляда. Такая добрая, заботливая, понимающая. Как та героиня из аниме. Как же ее там звали? Которая вытаскивала социального типа вроде меня из депрессии. Ведь если подумать, таких людей в жизни не бывает.
Славя не просила ничего взамен, не требовала поддержки, не ждала, что ее поймут или что ее работу похвалят. Она просто была собой, той девочкой, которая в реальной жизни существовать не может. Если рассуждать здраво, то все было именно так и никак иначе. Получается, я видел один большой, длиной в неделю, сон. Про пионер-лагерь, про советских подростков и их вожатую, про теплую летнюю ночь и посиделки у костра, про беззаботные детские игры и простые человеческие радости, про один миг, длившуюся неделю, вечное лето. Ну почему просто видел? Я же был там, участвовал во всем этом. Блин, почему? Я не понимаю, почему с Леной мы прожили всю жизнь, как я понимаю, до самой старости, до самой смерти, так сказать. У нас даже дети родились. А со Славией я просто проснулся. Типа эта девушка настолько охерительная, что не может быть правдой, что ли? Так? Или как? Я сыр до, и это дополнение Понятно. А так Лена что говорила? С Леной концовка Лены хорошая. Была то, что мы с Леной, короче, тоже... мы пешком пошли или как мы пошли? Не, не пешком. Мы тоже уехали, по-моему, с Ленкой на том же автобусе. Но я там, короче, остался с ней... кое-как там по работам, меня там жизнь, конечно, вообще помотала, кое-как это. Ну, короче, у нас все хорошо было, у нас двое детей было. А, что в этой концовке Лена говорила? Ничего, просто переживала за Славю. На глаза невольно навернулись слезы. Не слезы боли или отчаянные, а слезы грусти и светлой тоски. Ведь даже если все и закончилось, мне довелось испытать то, что подавляющему большинству людей и не снилось. В голове все ярче мелькал образ Слави. Как бы я хотел, чтобы она вместе со мной вернулась из этого лагеря. Может быть, мне и ничего ей сейчас... Может быть, мне и нечего ей сейчас предложить, но ведь впереди вся жизнь. Пожалуй, из всех этих событий я извлек много полезных уроков. Я невольно задумался о том, что все это слишком правильно, словно написано по какому-то шаблону. Герой-неудачник, фантастическое происшествие и чудесное превращение. Пожалуй, все же так и было. А, все же так не было. В этой жизни не бывает. Пройдет день, неделя, и я опять стану тем, кем был до этого. Что же, это самый реальный вариант развития событий. Понятно одно, мне уже никогда не вернуться обратно. Крутой тег, она её, спасибо, это про меня. Нужна эта GTA 4, мне нужна GTA 4, я хочу GTA 4, я уже не могу, у меня ломка, не могу уже взять, блин, слишком много ванили в моей жизни, хочу резаться, ну, естественно, пиксели. Прошло около месяца со дня моего возвращения из пионер-лагеря «Совёнок», или, вернее, будет сказать, пробуждение ото сна. Я вернулся к своей привычной жизни затворника. Сутки просиживал в интернете, на улицу выходил разве что в магазин, как и стоило ожидать. Меня все это вновь стало устраивать. Нет, конечно, были моменты тоски и депрессии, без них никуда в моем положении, но они не длились дольше обычного. Разве что иногда во сне я снова возвращался в лето, в тот таинственный лагерь. Наркоманка, я осуждаю вас. Меня. Ну блин, чуваки, не, на самом деле много людей обрадовалось, что наконец-то GTA, блин. Но проснувшись, старался побыстрее отогнать от себя эти мысли. В конце концов, какой смысл мечтать о том, чтобы стать волшебником? Привет, Макс, здорово еще раз, давно не виделись. Мне нужен экшен, а больше новеллы, терки с майном. Нет, хочу экшон, не могу уже, хочу GTA. Успел ко второму стриму. Чел, да ты успел даже к паузе длиною в час. Даже если чудеса случаются, а в этом я уже успел убедиться. Это никоим образом не зависит от нас. Да и сколько ни говори, халва.
Однако что-то в моем существовании все же изменилось. Если раньше я не загадывал на будущее, мне было в сущности все равно, сколько я еще проживу, неделю или 40 лет, теперь вперед я смотрел с оптимизмом. Не то чтобы я пытался что-то изменить или стать другим человеком, просто мир начал казаться мне более понятным. Нет, не простым, не дружелюбным, ни в коем случае не приветливым, а именно понятным. Если раньше я просто не мог согласиться с некоторыми событиями и фактами, хоть и смутно осознавал, что так и надо, то теперь я стал смотреть на жизнь проще. Все, что не делается, все к лучшему. А если и не к лучшему, то, по крайней мере, с этим можно жить. А если уже жить нельзя, то тут я бессилен. Наверное, я стал чаще улыбаться. Хотя бы гримаса вселенской скорби не 24 часа в сутки искажала мое лицо. Я втором стриме, может, особо не ждать. Ты уже предупреждал, предатель! Даже успел купить кофе. Эти... Бинтик совать? Куда совать бинтик? Куда вы бинтик суете? Алло, расскажите. Даже знакомые, по интернету, конечно же, заметили некоторую перемену во мне. И почти все сошлись во мнении, что она к лучшему. Теперь, наверное, я готов жить дальше. И спасибо Савёнку и всем его обитателям. Без них я бы не смог. Начало января. Город с трудом оправлялся от после новогоднего похмелья. На улице было немноголюдно и днем, а уж ближе к ночи казалось, что пешеход, с трудом продирающийся сквозь сугробы, находится снаружи по очень важному, чрезвычайному, нетерпящему отлагательству делу. Такого дела у меня не было. Я просто решил немного развеяться, нужно и воздухом подышать когда-то. Где-то заканчиваю, я кушать хочу. Да вот, все, чуть-чуть осталось. Зимняя ночь, самое время, чтобы побыть наедине с собой. Мне всегда казалось, что настоящее одиночество можно ощутить не в раскаленной пустыне, бескрайней степи или на вершине заснеженной горы, а в толпе. В этом потоке людей, слов, мыслей, стремлений у каждого есть цель, направление. И только я тихо брел между ними, достойный внимания остальных. Может быть, это как разнонаправленные вектора с началом в одной точке, в декартовой степени координат им не суждено встретиться. Так и тут, все эти люди идут, бегут в одном направлении, я же ползу в другом. Впрочем, было ли мне одиноко? Раньше да, а сейчас вряд ли. В ярких слепящих огнях города, гуле машин, бурлении толпы я наслаждался божественной симфонией тишины. Сейчас ситуация несколько иная. На улице я один, а значит, наедине не только с собой, но и со всем миром. Быть песчинкой в пустыне или морской каплей, выброшенной на берег – две большие разницы. В толпе меня никто не замечал, не обращал внимания. Сейчас же каждый, кто видит из окна или проезжающий мимо машины, подумает, и что ему дома не сидится? Может, дела какие срочные? Вдруг больной какой? Или просто пьяный? Я никогда не любил выделяться, когда не надо, поэтому противопоставлять себя обществу мне раньше и в голову бы не пришлось. Сложные слова для Лиды, очень сложные слова. Кто эти ваши Декарты, Залупарты? Пацаны, не знаю даже их, познакомьте. Мы едем, Лида Вов. Да подождите, я сама писать хочу, не торопите. Не торопите, не отвлекайте. Вот вы отвлекаете, тяните время. Ага, знаете. Так. Но сейчас ситуация изменилась. Я словно пытался сказать всем, смотрите, я тоже могу быть счастливым. Если вам телевизор и теплый плед, то мне снег, ночь, темная комната и тусклый экран монитора. Смотрите, и я ничем не хуже вас. Вы, конечно, конкретно ты, Вань. Ты со своим бутербродом. Все жрать захотели из-за твоего рецепта. На душе было немного грустно, но это была светлая грусть.
так ли уж нужно мне то, что есть у них, но нет у меня. Может быть, я обладаю чем-то намного более ценным. Я и сам не заметил, как оказался на автобусной остановке 410-го маршрута. Навевая воспоминания, я сел и порылся в карманах в поисках сигарет. Однако пачка была пуста. Ну и ладно. Я смял ее и выбросил в урну. В урну. Может, здоровее буду. На небе одиноко горела звезда. Сегодня я прочитал в интернете, что одно из самых прекрасных астрономических явлений по расчетам ученых уже перестало существовать, но увидим мы это только через 10 десятки лет. Может быть, и эта звезда уже взорвалась, и сейчас она всего лишь красивая картинка на небосводе захолустной планетки на краю уездной галактики. Впрочем, почему существует та или иная вещь? Потому что она просто есть, имеет форму, ее просто потрогать. Или потому что мы верим, что она существует? На первый взгляд ответ прост. Но с другой стороны, даже если этой звезды больше нет, мы до сих пор видим ее холодный свет. Возможно, кому-то она помогла выбраться из зимней тайги, кому-то подарила надежду, а кому-то просто чуточку тепла. Могла ли все это сделать простая астрономическая единица, да еще и взорвавшаяся бог весь когда? Могут ли миллиарды людей верить в то, чего на самом деле нет? Однако вера сама по себе еще не материализовала ни один объект. По крайней мере, я об этом не слышал. Он сейчас вернется, он сейчас сядет на 410 и вернется, мне кажется. Чуваки, не иначе. Почему остановки лучше, чем в моем городе? Не знаю, чувак, не знаю. Наверное, ты живешь в каком-нибудь Задрищенске, а чел-то у нас в Москве живет. Снег пошел сильнее, началась настоящая метель. На часах было почти полночь. Я уже собирался уходить, как вдруг из-за сплошной белой завесы кто-то вынырнул и забежал под козырек остановки. Это явно была девушка. Из-под капюшона выбивалась длинная коса. Это Славя! Старая уже, походу! Она стояла ко мне спиной, так что разглядеть ее лица я не смог. А вы не знаете, последний автобус уже ушел? Спросила она, не оборачиваясь. И куда ей понадобилось такое время? 410-й — это, наверное, самый проклятый маршрут в этом городе. Мало того, что он иногда людей увозит в другую реальность, так еще и в обычное время его не дождешься. Вроде бы после 12 должен быть еще один. Спасибо. В ее голосе явно читалась улыбка. Я некоторое время просто молча сидел, разглядывая девушку. Наконец она заговорила. А вы почему так поздно? Неужели ей это действительно интересно? Гуляю. Задумчиво ответил я. А вы по делам? Ну, не то чтобы. Еду домой. А где живете? Вопрос сам собой сорвался с языка. Далеко. Неуверенно, неопределенно сказала она. А я вот рядом. Хороший район. А я бы сказала, поганый. Выбирать не приходится. Вам тут не нравится? Не знаю, я уже привык. А вот мне кажется, что человек везде может быть счастливым. Наверное. Ну, сами посудите. Люди ведь и в Антарктиде живут. На станциях, я имею в виду. И в пустыне Сахары. И много где еще. Главное ведь, это люди. С вами сложно не согласиться. Мое замечание прозвучало настолько философски, что я сам невольно улыбнулся. Мне кажется, вы не искренне. Нет, а чего ж, сударыня? Она тихо засмеялась. Я думаю, вы хороший человек. Тут она повернулась и... Я знала, я понял, почему мне показался знакомым ее голос, фигура и все остальное. Передо мной стояла Славя. На мгновение я потерял дар речи, но быстро взял себя в руки. В конце концов, возможно, что это просто девушка, похожая на Славю из моего сна. Или я испытываю тяжелейшее дежавю. Этот город не пионерлагерь. На мне не форма, а зимнее пальто, да и на дворе вообще не лето. Я попытался уверить себя в том, что мне все это всего лишь кажется, но решил таки задать
пробный вопрос. А мы с вами нигде раньше не встречались, она внимательно оценивающе посмотрела на меня и улыбнулась. Вряд ли, да чумандиш, сука! Но ваше лицо почему-то кажется знакомым. Да потому что мы... Шрек сделали. Вы... Ты никогда не была в пионерлагере в детстве? Нет, конечно. Ах ты, сука, ты врешь все. Она засмеялась. Когда родилась, их уже не было. Ну да, логично, о чем это я? Хотя... Мне недавно снился сон, а она задумалась, и мне тоже. В смысле, про пионерлагерь. Может быть, там и встретились? Серьезно, сказала девушка, не исключено. Кстати, меня Славе зовут. Вообще, полное имя Славяна, но все меня Славе зовут. И ты тоже зови. Я хотела ответить, что знаю, но осекся. В конце концов, так ли уж важно, почему Славя из моего сна здесь и сейчас стоит передо мной на этой замерзшей остановке заколдованного автобуса номер 410. В конце концов, бывают же сны, от которых не хочется просыпаться. А меня Семен. Очень милое имя. Ты что, сука, не помнишь, что ли, меня? Алло, это я, Семен, мы в лесу там, то все. Тоже на С начинается. Да. Значит, ты далеко живешь? Ну, не так уж. Она назвала район. А я думал, что где-то на юге. Почему? Не знаю. Может быть, потому что ты похожа на пионерку. Да сдались тебе эти пионеры. Славя рассмеялась. Если бы не они, возможно, мы бы и не познакомились. Почему? Она сделала серьезное лицо. Да так, шутка. Скажи, а ты согласна, что мир существует, потому что мы в него в это верим? Это какой-то субъективный идеализм прямо. Славя задумалась. Последнее время мне, наверное, близка эта философская школа. Ну, не знаю. Я в таких вещах не очень сильна. А в чем сильна? Она улыбнулась. В чем-то другом. Не сомневаюсь ни секунды. Но ты же меня едва знаешь. А, кажется, что уже давно. Да, и мне почему-то тоже так кажется. Наступило неловкое молчание. Снег несколько ускорился, но автобуса все не было. Украдкой, глянув на часы, я предположила, что уже не будет. Славе, похоже, было холодно, потому что щеки ее пылали еще сильнее, а растирающие движения руками стали еще чаще. Похоже, 410-й маршрут на сегодня закончил свои рейсы. Похоже, расстроенно сказала она. Если хочешь, собравшись силами, начал я. Что? Можешь остаться у меня. Ну, мы же только что познакомились, рассмеялась она. Однако на ее лице не промелькнуло ни тени испуга. Да я понимаю, но ночь на улице, в такой холод. А не боишься, что я клофелинщица? Да не, Славь, мы уже это. Славя лукаво посмеялась надо мной. Кто знает, кто знает. Я просто предложил, ты не подумай ничего. Начал я оправдываться. Да я все прекрасно понимаю. Да что ж вы все пишите, пишите. Если он с кортизан. Так, в общем, массово, да. А вдруг это эксперимент? Не знаю, узнаем потом. Короче, я нашел 3 способа вернуть оригинальный Владивосток FM. Один безболезненный, он просто на основе пользовательского радио. А второй заменяет игровые файлы и весит 820 мегабайт. Третий — это лаунчер, но, как я понял, он не подойдет для лицухи. И чё делать, прикажешь? Давай уже затащи. Да мы ее уже таскали уже. Ты пропустил все. Да я все прекрасно понимаю. Она рассмеялась. Если ты не против, конечно. Она покраснела еще сильнее. Хотя казалось, что дальше уже просто некуда. Почему? Давай все же еще немного подождем. Вдруг приедет. Хорошо. «А чем ты занимаешься?» — спросила Славя через некоторое время. «Я, ну, работаю на дому, так скажет. Ответ ничем я себя выдавить не мог». «Здорово». «Что хорошего?» «Не знаю. Много свободного времени, никуда ездить не надо, ну и все такое. А ты?» Чтобы как-то сменить тему разговора, спросил я. «Я учусь». «На краеведа?» «А кто это?»
Серьезно спросила Славин. Неважно. На эколога. Что же, достойная профессия. Мы продолжали болтать ни о чем, автобус все не ехал. Был уже второй час ночи. Время летело незаметно. Славя, кажется, поняла мои мысли. Пойдем? Улыбнулась она. Я встал и медленно направился в сторону дома. Она аккуратно взяла меня под руку и заглянула в глаза. Знаешь, я уверена, что в этом году все будет лучше, чем в предыдущем. Видали эколога вдоль трассы? Опа! Теплая ламповость! Славя, хорошая концовка дали. У каждой истории есть начало и конец. Славьте, господи. Ну, такое неоднозначно, конечно, неоднозначно. Я бы лучше сделала, что она такая, да-да, Семён, типа, пипец, я тебя знаю, мы туда-сюда, она под дуру скосила, короче. Она сто пудов нас узнала, потому что просто так бы девчонка бы не пошла, так сказать, с нами ночевать у меня дома. Ура, теперь в РЛ? Какой РЛ? Кто такой ваш РЛ? Теперь можно пообщаться чуть-чуть, совсем чуть-чуть, и GTA, чуваки... Мне надо, короче, офнуть, покормить, погулять щенка и так... Да, чуваки, давайте, чем я раньше офну, погуляю щенком и покормлю его, тем я раньше запущу GTA, отёрку. Отёрка, всё, на следующей неделе. Вчера была отёрка. Здорово, Кэт, мы уже заканчиваем, но через час будет ещё стрим будет, Кэт. Пенумбра никогда больше пенумбры не будет в моей жизни. Так что, Кэт, через час увидимся, Кэт. Вот, так что так, чуваки, давайте я сейчас офну, сделаю все дела с собакой и сама, может, что-нибудь поделаю. Вот. И запущу GTA. Вроде GTA я уже скачала, посмотрела, вроде оно идет и нормально, вроде как, не нагружает сильно процессор и так далее. Ну, в общем, посмотрим. Давайте, чуваки, через час увидимся. Люблю, целую в пузик. И спасибо за просмотр. Через часик на том же месте. И подмышки помой. Хорошо, обязательно. Все.